В минувшем году на территории обслуживания линейного отдела МВД России на станции Тверь произошло 16 случаев травмирования граждан, 11 из которых оказались смертельными. Такие данные озвучивают в ведомстве. Как отмечают в линейном отделе на станции Твери, самыми распространенными нарушениями являются переход железнодорожных путей в неположенном месте и так называемый зацепинг – передвижение на внешних элементах подвижного состава. В прошлом году таких фактов было зарегистрировано 20 – в 4 из которых участвовали несовершеннолетние. С начала этого года зафиксирован 1 случай зацепинга. В общей сложности в 2022 году произошло 7 случаев травмирования на железной дороге, 4 из которых оказались смертельными. Чтобы избежать трагедии, сотрудники линейного отдела призывают помнить об элементарных правилах безопасности. Самое главное, что нужно помнить, что железная дорога – это зона повышенной опасности. У нас ходит большое количество сейчас высокоскоростных поездов. Поезд мгновенно остановить невозможно, поэтому переходим железнодорожные пути только в строго установленных для этого местах. Если мы переходим это по настилам, соответственно, мы снимаем капюшон, убираем из ушей наушники, телефон убираем в карман и смотрим, чтобы не было рядом приближающегося поезда. Либо пользуемся также наземными, подземными переходами, либо мостами.